красота после трагедии. В израильском городе Хайфа устроили конкурс красоты для женщин, переживших Холокост. На подиум вышли 14 пожилых участниц. В этот день они снова почувствовали себя юными, хотя многим уже далеко за 70. Мы хотим дать этим женщинам, пережившим Холокост, то, что у них отняли в молодости. Хотим принести им радость. Самой младшей из участниц 73 года, самой старшей 89. Победительницей стала иммигрантка из России Анна Гринис. Когда началась война, ей было всего 2 дня от роду. В течение всего моего детства и потом, пока моя мать была жива, она рассказывала о том времени. Мы бежали из Москвы, где я родилась, потому что там был голод. Мы едва выжили. В настоящее время в Израиле насчитывается около 200 тысяч человек, переживших преследование нацистами в годы Второй мировой войны. Многим из них оказывают помощь благотворительные организации и различные спонсоры. Такой конкурс красоты прошел в Израиле уже в 4-й раз. Он призван выразить уважение и признание женщинам, которые в молодости перенесли тяготы войны.